Во время рабочей поездки вице-премьер Юрий Трутнев посетил достопримечательности Северной Осетии. Вместе с руководством республики он побывал в историческом и культурном центре города на проспекте Мира и в Национальном музее республики. В ходе экскурсии директор учреждения Батрас Цугоев рассказал делегатам об истории Северной Осетии, представил им уникальные исторические, археологические и этнографические артефакты. Кроме того, Юрий Трутнев побывал в Центре народных художественных промыслов. Он осмотрел представленные историко-этнографические экспозиции заслуженных мастеров, а также начинающих авторов. Вице-премьер высоко оценил образцы традиционного искусства и аутентичные работы осетинских мастеров.